Ой, мама. Потекло. А, тут даже... Еле вы любите? Говорю, попробуйте, попробуйте, это супер сыр. А can you help? Can you help? Open. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я веду свое видео прям из Германии в 2 километрах от города Имменштадт. Господи, это невероятный город. Я вчера туда заехала на 1 часок, заехала в продуктовый, хотела что-то себе взять, но увидела очень много необычных вкусняшек. Вот такой вот магазин, кстати. Оказался, это один из самых дорогих магазинов, которых там есть. Но это было недалеко от ЖД и автовокзала, поэтому был всего 1 час. Я туда заехала и, в общем-то, набрала вам на отдельное видео. И мне не терпится уже скорее все это попробовать вместе с вами. Что-то я взяла, что я уже знаю, мне подружка привозила. Это сыр очень вкусный. Я сейчас всем этим с вами поделюсь. Первое, что это, я съела йогурт вообще, он был очень-очень вкусный, и я сегодня его возьму еще. Кстати, он очень удобненько естся из этой штучки. Еще в Германии есть вот такие фирменные вкусняшки, смотрите. Я еще не попробовала, но все их начали покупать. Это их фирменные кренделя. Я думаю, что именно это пахло у меня в сумке. Очень вкусно пахнет. По вкусу. Ну, напоминает наш, честно говоря, этот бублик. Он не сладкий, не соленый. Бублик как бублик. Может быть, их делают еще как-то особенно там с маслом, говорят еще. Но этот без масла, без ничего, это просто белый хлебушек. Видимо, надрезают, и внутри он белый, а сверху такой поджаристый. В общем, я его потом с чаем попью. Я, конечно же, не удержалась, еще взяла очень много сладостей, и сейчас я вам покажу. Сейчас вот мы начнем немного не сладкого, а потом начнем со сладким. Любочка моя, если ты смотришь видео, я увидела вот этот сыр, вспомнила тебя и сразу его купила, и куплю еще. Я купила 2 такие связки, сразу поугощала, говорю, попробуйте, попробуйте, это супер сыр. В общем, всем он понравился. Он стоит $2. Вот эта связочка, здесь 5 штучек, он стоит $2. Вот так вот он называется, он очень легко открывается, его очень удобно брать в дорогу, или если ты вечером очень сильно проголодалась, открываешь, а он весь в такой красной штуке. Здесь такие зацепляшки есть, мы его открываем вот так. Здесь, кстати, прохладно, у нас сейчас в Ростове, вот мама мне писала, что уже в шортиках они ходят, а мы здесь в курточках. Сыр волшебный. Очень вкусный сыр. Я уже сегодня его ела. Доем попозже. Вот эту связочку ношу с собой. Надо еще взять обязательно домой. Если вы будете где-то и увидите такой сыр, обязательно берите, вспомните меня и выкладывайте фотки в сторис и отмечайте меня. Еще я как сладкоежка, сейчас мы пойдем уже по сладкому, я увидела вот такие вот вафли. Они с медом. И, возможно, они пахли в сумке тоже вместе с тем рогаликом. Смотрите, какие они здоровые. Они мягенькие. Я их когда увидела, думаю, о, надо попробовать срочно. Сейчас я их открою и попробую. Сейчас все пооткрываю. Главное, чтобы оно потом не пропало все. Смотрите, какие. Просто... боже, как они пахнут. 100% они пахли. Очень вкусно. Класс. Я так спешу. Сейчас мы должны поехать, просто у меня полчаса снять видео. Мы сейчас со Светланой, моей знакомой, поедем в Имменштадт. Я хочу там погулять и еще встретиться с девочками. Может, они мне покажут город, что-то интересненькое. Мне нужно взять еще подарки моей племяннице. Ладно, во влоге все подробнее там расскажу. Ну, давайте откроем, так как я здесь не за рулем. Планировала взять машину, но в итоге не получилось. Pink Hugo, я не знаю, это лежало в алкогольном, если честно, но я увидела такие баночки необычные, я не поняла, что это, какой-то винный напиток, я просто захотела попробовать с вами, там были разные цвета, я взяла розовый. Сейчас попробую и скажу, что это такое, и стоит ли его брать. Аромат, вообще чуть-чуть с пивом как будто есть. Вкусненький напиток, типа лимонада,
Алкоголя вообще не чувствуется, если бы мне так дали, типа напиток. Просто так, я бы его выпила. Ну, не знаю, насколько... А, кстати, сколько тут алкоголя, я даже не знаю. 6%. 6%. Это как в пиве в шестерке. Так, что у нас дальше? Дальше я увидела вот такие вот... вот такой вот микс. Бирен, нус, микс. Они продавались еще все отдельно. Вообще, мне очень заинтересовала вот эта ягода красная вот здесь, если видите. Я хотела ее сначала отдельно взять, а потом увидела микс. Думаю, ну пригодится мне в дорогу. Это очень удобно. Тем более она с закрывающейся крышечкой. Пакетиком, точнее. Сейчас я попробую вот именно эту ягоду. Эй, открывайся! Что, я неправильно открыла? Я неправильно открыла. И теперь она не откроется. Somebody help! Я хочу попробовать! Блин! Никого нет. И никто не может нам помочь. Ладно, давайте оставим это на потом. Сейчас, может быть, кто-нибудь проходить мимо, и я попрошу нож. Уже? В смысле? Виктория пошла. Так она пошла кого-то отвозить? А, ну я не могу, я видео снимаю сейчас. Я да попозже. Вот, я не успеваю. Так, вот такие вкусняшки. Can you help? Open. I need open. I open not right, not wrong. Yeah, and now I can't open. Maybe you. Why No. not? Thank you very You're welcome. much. Нам открыли вкусняшки. Вот они какие там разнообразные. Так, и я пробую красную ягоду. Что же это за ягода? О, это еще какая-то ягода. Слушайте, все очень вкусненько. Вот такие ягодки разные. С семечками и без. Прикольная штука, я думаю, в дороге мне вообще конкретно пригодится. Кисленькая, сладенькая ягодка. Классы! Так, вот это вот какие-то вот детские, мне кажется, штучки. Ну, мне захотелось их попробовать, они недорого стоят. Может быть, 50 центов. Какие-то разноцветные шарики. О! Они кислые. Я думала, что это просто как воздушная кукуруза. Нет. Они кислые. Едет еще? А, блин. Блин. А 10 минут не подождут? Ну ладно, потом тогда. Короче, вот эта штука кислая. Без меня сейчас автобус уедет. Ну ладно. Так, поехали дальше. Вот такие сладюшки нашла. Почему-то мне что-то напомнило. Здесь, в общем, такие конфетки, а внутри, видите, желе. Мне кажется, что что-то в России такое было. Я что-то пробовала, и мне очень понравилось. И я, когда увидела это, я подумала, ну-ка, надо попробовать. Ой, смотрите, какие они маленькие. Ой, я люблю такие маленькие штучки. Ой, мама. Потекло. Это не желе. Там вода. Кисленький оранж. Здесь, да, кстати, даже нарисован лед, вы видите? И типа вкусняшки в воде. Почему я подумала, что там желе? Давайте вторую. Может быть, она засохла просто. Может быть, та просто растаяла. Ну да. Сейчас не вытекает. Оно хрустит. Блин. Надо домой такие взять побольше. На угощение, на подарки. Осталось две вещи, которые я хочу с вами попробовать. Это вот $1.25. Я увидела необычные какие-то то ли мармеладки, то ли что. Видите, они длинные и разноцветные. И вот такой необычный шоколад. По-моему, в России у нас тоже продается, но вот я не видела вот с этим.
Здесь карамель, видите, она застывшая и должна хрустеть. Хочу попробовать. Давайте начнем вот с этих вкусняшек. Просто как будто, знаете, из... тут даже... Нет, тут... Да, тут нарисовано, видите? Можно косичку слепить. Может, это несъедобное? Вообще, в принципе. Тема какая. Можно плести браслеты, а потом их есть. Похоже на жевательный мармелад. Вкусненько. Прикольные. Я вообще еще эстет по натуре, и я люблю есть не только вкусно, но и когда оно еще красиво, как-то необычно сделано. Вот, например, вот такие штучки есть разные, да, у нас конфетки, но когда они маленькие, по-другому уже. Вот, например, мы привыкли Сникерс, Марс стандартные, да. Когда появляются маленькие конфетки, они по-другому как-то едятся. Поприкольнее. Классные, они такие вкусные. Ой-ой-ой, как вкусно. Теперь их надо вернуть обратно в эту же коробочку. А она все порвана. Ну и открываем нашу шоколадку. Она толстая такая-то. Нифига себе. Потолще, чем наши. Не, ну у нас есть и толстые, конечно. Я имею в виду, я думала, стандартная тоненькая, как я брала в России. Так. Пробуем. Пока что ничего особенного не вижу. Вот эта начинка. Да, как я люблю. Там беленькая прослойка какой-то, пралине, может быть. И прям кусочки карамели, которая хрустит на зубах. В общем, я теперь знаю, что можно взять мне еще продублировать, чтобы угостить моих родных, любимых людей. Ну что, мои хорошие, на этот раз это все, что я купила? Да? Все. На это все я потратила 19 евро. 19 евро — это 1500 где-то. А еще я купила расческу, но это я потом уже покажу в покупочках. Я собираюсь в Эйнштадте сегодня погулять. Это будет все во влоге. И что-то там подснимаю, и еще отдельно сниму видео покупочки. Я вообще собиралась взять себе машину и поехать в ближайший аутлет такой большой, в котором, возможно, я и была тогда еще, когда мы в Бельгии с Кристиной были. Он находится в 1,5 часа езды отсюда. Ну, как-то я так поняла, что никто особо не хочет туда ехать, а одна я ехать не хочу. Поэтому я решила, что я прогуляюсь по магазинам здесь, в Эйнштадте, рядышком, 2 километра. Тут даже пройти можно пешочком. Виды невероятно красивые, все увидите во влоге. Это невероятное место, в которое я еще обязательно-обязательно вернусь. И здесь очень много деток, тоже наши друзья с детками, и обустроено для деток все, так что... Маму сына обязательно хочу сюда взять и приехать. Вот. Все, мои хорошие, я поделилась с вами вкусняшками. Я вас люблю, целую. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайк, если так. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше будут влоги, покупочки. В общем, я вас люблю, целую. В общем, я вас люблю, целую. И прощаюсь до следующего видео.